Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге «Великие музеи мира». Вот такое описание нашел к работе «Женщина в постели» Рембрандт Харвинс Ван Рей. 1645-1646 года. Холст масла 81 на 67. Величайший представитель национальной голландской школы Рембрандт Харвинс Ван Рейн был не только прекрасным живописцем, но и талантливым рисовальщиком и графиком. На представленном в экспозиции полотне изображена голландка, отодвинувшая занавес, чтобы увидеть того, кто ее разбудил. Художник показывает героиню картины не утонченной, идеализированной красавицы, а простой женщины. Обращает на себя внимание ее большие, натруженные руки. Существует предположение, что в качестве модели Рембрандт использовал няню своего сына, Титуса Гертье Диркс, с которой в то время состоял в любовной связи. В пользу этой гипотезы выступает возраст женщины, некоторая простота черт ее лица и обстановка спальни. В 1648 году она обвинила мастера в том, что он не сдержал свое обещание жениться на ней, и обратилась в Амстердамскую камеру семейных ссор для судебного разбирательства. Живописцу был вынесен приговор, обязывающий выплачивать бывшей возлюбленной ежегодное пожизненное содержание по размере 200 гульденов. Диркс умерла в 1656 году. Но вот такое описание в книге «Великие музеи мира» я нашел к работе Рембрандта Харвинс Ван Рейна «Женщина в постели». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.